Пьяным, как известно, море по колено, а еще и мусор не заметен. Отдых на берегу с дешевым спиртным – знакомая картина в Омске. Бутылки, тетрапаки, окурки и пакеты от рыбы остаются после такого отдыха на том же месте. Сегодня в городе прошла акция по очистке берега Иртыша. Мусор за взрослыми убрали дети. Кто эти добровольцы, знает Денис Ионас. Берег Иртыша Омской крепости усыпан мусором. Их немного, но они в жилетках, перчатках и с пакетами в руках. Учащиеся экологического центра сегодня – очищающий десант. Саша Сваровская окончила 11 класс. Юным экологом стала еще 6 лет назад. Здесь, на берегу, вместе с друзьями изучает не флору и фауну, а изысканные способы отдыха омичей. В буквальном смысле – подчищая за ними. Способности человека мусорить там, где живешь, девушка искренне удивлена. Как человек сам для себя решит, что он будет, я не знаю, не мусорить, ту же самую бумажку ходить, не бросать, убирать, то так же будет и у нас в Омске. Скажи, вот если ты не принимаешь участие в акции, а просто идешь там со школы в магазин и видишь, что человек кинул бумажку, ты подойдешь, скажешь или просто сама возьмешь и выкинешь? Смотря в какой ситуации. Также вообще обычно мы говорим, зачем, ну, бросили, можно, пожалуйста, поднять. Вот. Либо, ну, если уж прям вообще никак, то поднимем, конечно. А что обычно люди отвечают на твои замечания? Всегда по-разному бывает. Иногда бывает, что, ну, просто проигнорируют, пройдут мимо, иногда поднимут, молча поднимут и все. Уже 5 пакетов мусора. Акция длится каких-то полчаса. Метров 300 вычищенного берега. Впереди не меньше. Дети шутят. Неужели вода разрушила чей-то шалаш? Горы веток, старый телевизор, предметы гардероба. Убирают только мелкий мусор. Остальное, надеются, вывезут коммунальщики. Вместе с ребятами мы обращаемся к тем, кто еще вчера отдыхал в этих кустах. Вам не стыдно, что за вами мусор убирают дети? Дорогие омичи и гости нашего города, пожалуйста, убирайте за собой мусор. Будьте добры к нашему городу и будьте счастливы. Денис Ионас, Александр Филиппов, Антенна 7.